на самом деле мы тут снимаем-то вон оно что. Вон какие машины-то снимаем, да? Тут еще вон что есть у нас, и вон что. И вон оно что даже, ух. Так, пацанчики, что, все, наверное, видели предыдущую историю с коленом? По этой причине еще человечка в Омске, кто сможет съездить, посмотреть, что да, действительно, там есть мотор. И после этого мы перейдем деньги и будем у нас видеть мотор. Так, наша кладезь. Сейчас наша задача в этом всем богатстве найти масло форсы для подготовки второго мотора. Я думаю, где-то здесь должно быть. Где-то вот под этой турбиной, под поддонами и всем таким подобным. Вот. Нашел самую значимую деталь. Смотрите, сюрприз. Как бы 18-чик. 18-чик такой, как бы с одной стороны подтертый. Вовнутрь заглядываем, а здесь... Опаньки, сюрприз. Я думаю, что-то покрышка тяжелая. Вот посмотрите, добришка лежит, а. Надо какую-нибудь тренировочную тачку, короче, делать. Вот поршня 640 сил было. Ездили 2 года, вообще не дули. Ну, в смысле, спокойно ездили. Бед не знали. Ну, хотя я сейчас не знаю. Здесь вот что-то детончики были какие-то. Но, в принципе, это сейчас все можно засунуть в мотор. В какую-нибудь повседневную или в миссл. Короче, гонять. Поэтому места понадобится много. Ну и, соответственно, мощность будет тоже не детская. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики на YouTube. Так, рассказываем историю. Санёк, помаши, хавай там. Пяу, помахал. Рассказываю историю, как это все было. Оказывается, встречная, мы ехали 4 этапа, представьте. Видите здесь заглушечка, шарик, видите, закернёно. Вот разобрали мы в прошлом году мотор. Шарик выпал. Такие думаем, что за фуфло. Ну ладно, обратно его засунули, посмотрели, как бы вроде все нормально. Закернили. Вот вы видите трещину? Вот мы тоже ее не видели. А вот так видно, да, стало? Она как бы особо не цепляется, ничего. И вот смотрите, она дальше пошла. Вот шарик у нас, видимо, и выпал. И с каким-то чудом. Ну, как говорится, все, что не делается, все делается к лучшему. Мотор уже куплен, отмыт. Колено там в идеале. Собираем его основное. Ну и сейчас, видимо, ищем еще один мотор. Из него будем делать запасочку. Видел такую Toyota? Что это вообще такое? Купеха. Toyota Solara. Причем зацените, Solara написано шрифтом, как Сильвия. И задние фары, да, чем-то похожи. У Санька сегодня день Жигулей. Он рад. Завтра у нас просто этап Уральской лиги дрифта. Сейчас, кстати, я вам информацию скину. Завтра тренировки. Кстати. Ревзики, прием. На завтра есть свободные места на тренировку. Я думаю, будем на месте в 10 утра. Сразу поднакидаем трассу, какую будем вообще делать конфигурацию на этап онлайн. Я думаю, что-нибудь будет скоростное с каким-нибудь подковыристым местом. Поэтому места на тренировку на завтра остались. Кому интересно, пишите, записывайтесь. И завтра, в общем, потренируемся, покатаемся. Кому нужно затестить тачку, сказать, что там с ней не так, точно так же пишите. В общем, все решим.
Что, готовимся к выезду. Моем блок для догруза. Место уже приготовил. Сейчас пару блоков туда подкинем, и будет все пушка. Смотрите, вот эта машина нормального человека, а вот эта машина курильщика. Это у них, походу, все, что в гараже было в остатках у маляра. Просто с кисточкой, смотрите, избрызгали. Не, вот это, конечно, трешак вообще полный. What the fuck вообще? Здесь у кого-то сопля пробежала. Наркоманы. Вот сейчас нормально на держачке помчим. Здесь сразу станцушечка появилась. Вот. Надо, походу, поднакачаться.